Макеевский мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла около 9 утра в микрорайоне «Зеленый». По словам очевидцев, мотоциклист на большой скорости выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в «Волгу». Очевидцы рассказывают, удар был такой силы, что водителя мотоцикла отбросило на 40 метров от места столкновения. Его доставили в больницу. Пассажиры легкового автомобиля находятся в шоковом состоянии. Кто виновен в ДТП, сотрудники ГАИ пока не называют. С начала года в Макеевке произошло 7 подобных аварий. Во всех случаях виновниками происшествий были мотоциклисты. Он выехал на встречное движение, на полосу, и ударил «Волгу». Это еще, как говорится, спасло водителя, что он ударил в стойку его. Если бы он ударил в дверь, то бы водитель пострадал бы конкретно. Как правило, водители мототранспорта, они хаотично изменяют свое направление движения, резко меняют направление, то есть их просто могут не заметить, и в результате чего может получиться дорожно-транспортное происшествие, такое, допустим, как сегодня, где люди могут получить травмы, плюс будет нанесен материальный ущерб транспортным средствам.